Тобольске отметили День защиты детей. Праздничную программу организовали в сквере Робинзона Круза. Там детей развлекали интересными выступлениями, играми, барабанным шоу и спортивными забегами. Подрастающее поколение поздравляли артисты из Тюмени, общественники и глава Тобольска Максим Афанасьев. Все, что мы делаем для вас. У нас в городе, в нашей стране, в нашей Тюменской области созданы все условия для реализации своих инициатив. Творческих, культурных, спортивных, образовательных. Работайте над собой, верьте в себя, и все будет хорошо. С праздником вас! И, конечно, какой праздник без сладостей? Воспитанникам детского дома глава города подарил коробку мороженого.